Дорогие друзья, мы с вами находимся в Агдаме. Это Джума мечеть 1860-1870 года постройки. Вот такой она была еще несколько лет назад. Теперь она стала вот такой. Давайте-ка посмотрим. Помните, кстати, вот были кадры в интернете, вот эти же синие стены, а вот здесь находились, помните, да, наверное, да? К сожалению, коровы. Помните, у этих же стен? Ну, тут наши привели все в порядок, и все стало очень даже чистым и аккуратным. А вот это вот то самое место, куда прилетали вертолеты и куда привозили тела из Ходжалы. Вот здесь их проводили омовение. И уже отправляли вот непосредственно на места, где их похоронили. Аллах Акбар. Кстати, здесь вот в этой мечети во время омовения вот девочка погибшая вдруг проснулась. Когда вот ее омовение проводили, она проснулась. И сейчас она жива-здорова, несмотря на то, что потеряла свою семью. Она вот смогла всего этого кошмара избежать. Ходжалы, 92-й год. Наверное, самая печальная страница в нашей истории. Мы в Агдаме, в Джума мечети 1860-70 года. Аллах рахмет. Спасибо.